опять же внимание на пульс вообще. Ваш вход, любой ваш вход может стать очень большим, то есть может стать тонком. Поэтому здесь вот сейчас сложность. Она разная, сейчас я делаю по-разному, по-другому. Сейчас. Вот точку, откуда я стартанул, буду делать только пол, она всегда одна будет. Потому что вот эта точка, где я его сейчас контролирую, это ось вращения. И в какой-то момент я двигаюсь сюда. Поэтому сейчас делаем и умутэй. Ну, скажем так, сложно сказать, что здесь ЮМТ и ура, но ЮМТ, скажем так, партнера и ура, когда мой наш партнер отсюда начинает продолжать двигаться. И вы опять же, сохраняя точку, то есть у вас здесь был пол, а здесь ушли и все равно больше. Сложность именно в контакте, опять же. Я думаю, что это просто два варианта.